привет, дорогие друзья, с вами Black Frizen, и сегодня мы продолжаем выживать в России. И в прошлой серии мы остановились на том, что мы заработали свои первые 100 рублей. Итак, сейчас что мы будем делать? Мы будем осваиваться в этом городе. И, кстати, да, мне в комментариях написали, что если я хочу попасть за город, то нужно написать просто одну команду, РТП. И меня телепортирует в рандомное место. Это круто, спасибо тем, кто написал, спасибо тем, кто смотрит это видео. Вот, нам говорили РТП, и я сейчас попробую тэпнуться, но для начала мне нужно сходить в магазин, посмотреть, что здесь да как, и потом только тэпшниться туда. И сначала нам надо еще бутылочек пособирать. Мы должны сейчас пособирать бутылочки и тэпшнуться. Сейчас мы пособираем вот эту вот бутылочку. Так, где ты? Вот эту вот бутылочку. И как мне попасть в магазин, вот этого я точно не знаю. Может быть, если вы знаете, то пишите. Все, что вы знаете, то можете написать, конечно же. Вот, я пока что на этом сервере только впервые. Вот, и ничего пока что не знаю. Так, у меня есть 16, значит, мы продаем вот так и вот так. И две таких вот бутылочки. И у нас сейчас 132 рубля. Я знаю, что магазин должен быть где-то в той стороне, так что хочешь получить донат, потратить минимум, попробовать купить любой ля-ля-ля. Посылка из Алиэкспресс, которую нельзя открыть. Или ее можно открывать? Я еще не знаю. Давайте-ка проверим. Может быть, ее надо сломать? Нет, ничего не выпало. Окей, я тогда иду закупаться в магазин. Вот сюда прыгаем. Так, так. И мне кажется, чат нужно поменьше сделать. Бутылочек соберем, если вдруг на нас какие-нибудь гриферы нападут, то мы можем защищаться тем, что будем давать им бутылочки и говорить: а на, вот бутылочку сдай, бутылочку. Вот, я там не собрал вроде бы одну бутылку, ну ладно. Так, вот у нас магазин Магнит. Сейчас мы в него зайдем, посмотрим, какие тут вообще цены, на что нам тут вообще хватит. Так, еда. Главное, еда. А цена 100. Можем купить торт. Ух ты ж, ё-моё, почему так стоит дорого роутер? Почему так дорого? Ну, это же помидор. На, всё очень-очень и очень дорогое. Чтобы накопить на алмазную броню, нам надо 1, 2, 3, 4... 4800, походу, да. 4800, чтобы накопить на броню. Так, окей. Собираем сейчас вот эти вот бутылочки и, короче, пишем РТП. РТП, и если что, мы можем вернуться на спавн. Вот, я знаю, что на серверах таких вот я подобных играл, и быстро кончается еда. Но я не знаю, как еще на этом сервере, так что давайте-ка проверим. Все, у нас бутылочек достаточно, давайте вот эту вот еще соберем. И вот это вот как раз вот по пути там, чтобы у нас было ровно 10. Ну, 11, какая разница. Сейчас мы быстренько собираем вот эту вот бутылочку. И вот эту вот бутылочку, если чё, что они нам понадобятся. То, боже, сколько у вас бутылок. Всё, всё, я останавливаюсь. Я останавливаюсь. Здесь как раз тупик, здесь ничего нету. И прописываем команду РТП. РТП. И нас телепортирует в рандомное место. И нас телепортировало туда, где всё заплевачено. Это плохо, если здесь все заприватчено, но давайте-ка проверим. Я знаю, что верстак приватить, ну, не приватится он. Так, тут есть домик. Блин, я не допрыгнул. Сейчас посмотрим. Здесь стоит... А, ну я ж могу в землю вскопать. Да, здесь стоит приват. Я не могу ничего сломать. Окей, мы тогда давайте верстачок попробуем сломать. Надеюсь, нельзя. Нельзя верстак сломать. Окей, и... Да, я уже заметил, что здесь еда очень быстро кончается, так что с едой будет проблемы, а здесь животных нигде нету. И вот с едой будет кое-какие проблемы, потому что еда сейчас на этом сервере очень главная, и денег вообще нет, чтобы ее купить. Ладно, сейчас посмотрим все дома, может быть какой-нибудь из них не заплеваченный. Я не знаю, как обойти вот этот вот голод, где мне здесь столько много еды, чтобы... Ну, так не голодать, потому что это жестко кончается еда. Вы посмотрите, у меня уже 3 штуки еды кончилось. Здесь какая-то ловушка. На сервере очень много людей, но я что-то никого здесь не замечаю. Так, это приват, опять приват.
У нас есть 100 рублей, которая коррупция донат. Было бы прикольно, если бы тут бумажными деньгами давали. Так, тут тоже приват. Тут тоже приват. Ну где же мне можно нормально тэпнуться, где нет никаких домов? И где я могу сам все рушить, сам себе все строить? Здесь, конечно же, приват. Тэпаемся в другое место. Воу-воу-воу-воу-воу. Тише, тише. Не в это, не в это. Надеюсь, здесь... Даже здесь приват, что я не могу даже выбраться. Так, ладно. Как-нибудь вот так. Все, все, все. Вау! Это ферма! Я бы тоже хотел... Не запривачено! Не запривачено! То, что не запривачено, мы берем. Мы не гриферы, но просто то, что не запривачено, мы берем. Блин, вот это вот запривачено. Это плохо. Сейчас бы мы могли что-нибудь схватить себе. Так, здесь что-нибудь запривачено, я уже... Бутылка! Конечно, конечно, запривачено! Дайте мне еды. Вы посмотрите, сколько здесь бутылок. Пожалуйста, не говорите, что здесь приват стоит. Я хочу просто пособирать вот эти вот бутылочки. Да ну, здесь стоит приват, и, кстати, вот там город. Мы около города стоим. Ладно, давайте-ка вот эту вот бутылочку соберем. И везде приват, везде приват, везде нас не хотят видеть. О, тут люди, тут люди, люди, люди. Давайте попросим их, чтобы они нас приютили. Приютите, приз. Привет. 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 Давайте им напишем привет. Приютите. Приютите. Пожалуйста, приютите меня. У меня есть бутылочки. Я могу вам заплатить бутылочками. Я могу вам заплатить бутылочками. Я могу вам заплатить бутылочками. Приютите. Пожалуйста. Алло. Кто-нибудь. Эй, у меня нет еды, нет ничего. Ну, пожалуйста, я вижу, у вас ферма. Дайте мне хотя бы еды. Эй, ребят, ребят. Как мне так... О. У него... Приюти. Давайте капсом напишем. Приюти. Эй. Альберт Плей. Альберт Плей. Эй. Альберт Плей. Приюти. Я же в чате пишу. Ну, давай. Почему? Я буду платить. Буду платить. Ладно, давайте, ну, ты должен меня приютить хоть как-нибудь, или я, ну, на время, мне на время. Или хотя бы дай еды. Или дай еды, плиз. Или дай еды. Не надо, у меня есть дворник, и он не платит. Ну, а ты можешь приютить? Эй, мне на время, только на время, пожалуйста. Эй, никто не хочет приютить, а? Вы какие-то все злые. Дайте еды, а я вам заплачу. Эй, ребятки, вы где? Ну почему? У меня даже еда кончилась, ну, пожалуйста, помогите мне. Мне нужна хотя бы еда. Пожалуйста. Дайте еды, я вам заплачу. Вот твое дерево, я его не буду забирать себе. Мне нужна еда только, и все. Я не могу бежать, чувак, подожди, я очень медленно бегу, потому что у меня вообще нету еды. Картошка 5 рублей, морковь 5 рублей, хлеб. Хлеба, давайте-ка 10 штук, 10... штук. Это получается 5 на 10 50 рублей. Вот вам бутылочки и 40 рублей и 40 р. Так, pay, вроде бы pay, и Альберт Плей. Альберт Плей, вот так, и 40. Все, я ему отправил денежки, $40. Ну, мне нужен хлебушек. 10 штук. Хлебушка мне нужно. О, спасибо большое. Спасибо. Огромное. Я сейчас покушаю. Неужели я покушаю хлебушка? Хотя бы какого-нибудь хлебушка покушаю. И сейчас отправлюсь в путь. Спасибо им огромное. Я потратил бутылочки, чтобы купить себе еды.
И хорошо, что я их встретил, потому что я бы сейчас не прожил без еды. У меня еще 7 хлебушка есть. Это отлично. Это отлично, так что можно с этим как-нибудь и прожить. А дерево я могу добывать вроде бы вот здесь, раз здесь нет привата. Оу-оу-оу, и это отлично. У нас есть досочки. Мы можем уже начинать строить, но нет, мы пока что... Да! Мы можем уже прямо здесь начинать строить наш дом. Прямо вот здесь. Но я хочу найти место там, где должна быть вода. Вода это хорошо. Вода это очень и очень хорошо. Так, меньше хп. А, нет, все, я нашел там, где буду строить дом. И, кстати, тут еще неподалеку передо мной еще какой-то дом стоит. Заприваченный, естественно. Тут никого нет, давайте проверим, может быть, кто-нибудь дома здесь есть. В печках ничего нет. Факел, я забрал факел. Так, кстати, мне надо включить вот эту штуку. Я забрал факел, это прикольно. Теперь я буду освещать все. Здесь я уже не могу факел забрать. Здесь я могу факел забрать. Здесь я уже открывать ничего не могу. В печке лазить тоже не могу. Сундук, конечно же, заплеваченный или... Нет, он заплеваченный. Я думал, его просто нельзя открыть. Ладно, выходим из этого домика. Домика. Так, поднимаемся наверх быстренько. Вау, тут еще какая-то шахта. И тут что-то такое интересное. Ё-моё. Фух, отсюда можно выбраться. Так, я здесь поставлю доску, чтобы знать, где да как, что пещера будет здесь. Я хочу наверху самом построить домик, если тут никто не строил. Ну, тут уже кто-то построил, но он не заплеваченный. Он в том-то и дело, что не заплеваченный. Так, давайте-ка поднимемся. Тут есть приват? Нету привата, ребята, я нашел, короче, дом. Нет, тут приват стоит все-таки. Все-таки стоит приват. Я уже думал, я нашел дом, где нет привата, но зато здесь есть огород. И я, кстати, могу посадить первую пшеницу. Кстати, тут есть еще что-то. Тут есть еще что-то. Стекло. Стекло мне пока что не надо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой-о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 й. Так, давайте-ка. Я все-таки пропишу здесь слэш-хом. Только не здесь, а вот где-нибудь вот здесь. Сейчас мы быстренько спустимся. Вот здесь вот около этого верстака я пропишу слэш-хом. Хом. Блин, все на русском. Я надеюсь, что меня не тэпнет сейчас на спа. Блин, меня тэпнуло на спавн. А как пропись... А! Сет-хом! Точно. Так, давайте проверим. Set home. Home. Неизвестная команда. Ладно. RTP. Вау. Будем надеяться то, что мы найдем себе нормальный дом, где мы можем построить. И spawn point может здесь поставить. Spawn point. Нет, нельзя. Окей. Короче, ребята, я, наверное, на этом закончу. Мы домик не нашли, зато мы нашли пока что еды. Вот, нашли еды. И это уже хорошо. Вот, мы потихоньку развиваемся. На балансе у нас 92 рубля. Это хорошо. И, короче, кто знает, как прописывать хом, чтобы возрождаться всегда вот здесь, то пишите это в комментариях, я обязательно прочитаю, лайкну ваш коммент. Вот. И всем удачи, и всем пока. Пока. А с вами был, да, Бомжик Фуризен. Всем удачи, и всем пока. Пока.